Добрый день, да добрый час. Друзья дорогие, добрый день. Благодаря вам открываю пляжный сезон. Татьяна Пикер, я с вами, компания Arbat Homes. Ой, отлично. Друзья, снимаем сегодня с вами очень интересный проект в районе Кестель. До моря всего 170 метров. На этапе строительства с рассрочкой 6 месяцев беспроцентной. И самое главное, можно индивидуальный установить план оплаты, как договаривались. Ценник сразу озвучиваем, от 110 тысяч евро квартиры 1 плюс 1. Ценник в Кестеле всегда дороже, чем в близлежащих районах. То есть я говорю про Тосмур и про Махмутлар. И будем все детали уже с вами смотреть на проекте и немножко полюбуемся вот этой красотищей. Наглядно будем смотреть сейчас вот этот вот замечательный проект и расскажу вам все подробно о нем. Итак, 170 метров от моря, это у нас район Кестель. Что нужно знать о районе Кестель? То, что здесь пятиэтажное строительство, то, что больше 90% жилья абсолютно новое, буквально до 5 лет возраст. Если вы не хотите отдавать своих деток, с которыми вы сюда приехали на аренду или переехали насовсем, в государственную школу или в частную школу, где образование ведется на турецком языке, опять же, этот район вам подходит, потому что здесь есть частная школа Классика М, где все предметы преподаются на русском языке. Инфраструктура этого района развитая, конечно, не такая, как в Махмутларе и Обе, но все магазины и все, что вам нужно, вообще, в принципе, здесь присутствует. Этот район подходит также для тех, кто не любит столпотворение. Не все любят центр Алании, не все любят Махмутлар, ввиду того, что там населения много, а здесь более пустынно. Здесь, вы любите говорить в комментариях, это не муравейник. Европейцы очень любят этот район, потому что дома не близко стоят друг к другу и все, напоминаю, новое. Давайте перейдем к проекту. Вот у нас стройка. Наша стройка началась уже и заканчивается в 2023 году в марте. Всего будет 10 квартир. Это один блок пятиэтажный. Мы знаем, что здесь, ввиду плотности грунта в этом районе, в Кестеле, разрешено строительство только пятиэтажных зданий. Всего 10 квартир. Сразу же говорю о планировочках. 1 плюс 1 – одноуровневая квартира, 42 квадратных метра. И 1 плюс 1 – дуплексы, двухуровневые квартиры, 82 квадратных метра. Застройщик, вот вчера я поговорила с ним вечером, он сказал, что мы планировали сначала сделать 2 плюс 1 дуплексы, но так как площадь оказалась не той, которую они планировали, и 2 плюс 1 переделали в 1 плюс 1, 82 квадрата. Ценник, напоминаю, от 110 тысяч евро стартует, цена будет повышаться. Что касается плана оплаты, дорогие мои, 35% первоначальный взнос, и только на 6 месяцев застройщик дает беспроцентную рассрочку. Но, опять же, что очень важно, ввиду долгих, дружественных, теплых отношений застройщика и владельца нашей компании Асыма Баштуга, любой индивидуальный план, который подходит для покупателя, можно будет установить. Так что вот номер на экране, видим, пишем и списываемся относительно этого проекта. Инфраструктура, открытый плавательный бассейн, видеонаблюдение 7/24, генератор, лифт и открытый паркинг. Здесь не будет сауна, хамама, соответственно, айдат будет невысокий. Напоминаю, вот он, комплекс, сдается в марте 2023 года. Номер на экране все уже видим, записали, списались с Асумбеем. 170 метров от моря, 1 плюс 1. Одноуровневые, 1 плюс 1 дуплексы. Дорогие мои, на сегодня все. Спасибо за лайки заранее и ждем ваших комментариев. Я всегда с удовольствием отвечу. Татьяна Пикер с вами была сегодня. Пока-пока. Арбат Хоумс.